Севастопольский государственный университет планирует создать филиал в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Предполагается, что упор в филиале будет сделан на специальностях, связанных с морским делом. В частности, там будут готовить судоводителей и судомехаников, специалистов по менеджменту. В СЕВГУ уже переведены часть студентов, ранее обучавшихся по этим направлениям в Мариуполе, и около 20 преподавателей, что и создало предпосылки для формирования филиала. Далее цитата. В настоящее время порядка 50 абитуриентов из Мариуполя уже написали заявление о зачислении на первый курс. Для них запланирована специальная квота. Их документы уже переданы в Минобрнауки России. Сейчас занимаемся переводом студентов из Мариуполя в СЕВГУ. Тех ребят, которые уже окончили один или несколько курсов по своим специальностям. Этот процесс продлится в течение всего первого семестра. Всего планируется принять порядка 200 студентов. Приводит пресс-служба Севастопольского государственного университета слова директора морского института Дмитрия Буркова. Уже сейчас в ДНР работает делегация СЕВГУ, члены которой занимаются подготовкой к открытию отделения. 1 сентября для первокурсников Азовского морского института прошла торжественная линейка. Ребятам выдана морская форма, вручены подарки. От СЕВГУ коллективу филиала передана первая партия оборудования, необходимого для обустройства образовательного пространства.